теперь? Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горькую. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня. Может, дальше я ее понесу? Нет. Почему? Мы почти дошли. Я же справлюсь. Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить. О ней с уважением. Ну и ладно. Неси ее сам.
еще одна валькирия. Мы ведь спасем ее, да? Если под спасением ты имеешь в виду оборвем ей крылья, то да. Хватит, вы оба. Решение, как поступить, принимаю я. Приготовься. Но кто все-таки это с ними сделал? И с какой целью? Я не хочу строить пустые догадки. Ты что-то знаешь? Я же Лемир, умнейший из живых. Я много чего знаю. Голова. Сигрун, королева Валькирии. Она могла. Когда я видел ее в прошлый раз, она сама была во плоти. Она явилась навестить меня, когда я был уже в заточении. Зачем? Ну, нам есть что вспомнить, скажем так. Вы были влюблены? Ох, парень, я же покра... Краснею, наверное. Я вообще могу краснеть? Сперва охотиться на этих тварей, теперь твою бывшую искать. Это лишняя трата времени. Не лишняя. Они же валькирии, отец. Те, кто не дает умершим заполонить Мидгард. Тогда они плохо справляются. Это не их вина, брат. Кто-то не дает им выполнять свою работу. Королева? Не знаю, парень. Надо еще их поспрашивать, если, конечно, вам не жаль времени. Было сказать, что они хотят нас убить, потому что мы боги и опасны для них. Но этого исключать тоже нельзя. Одина скрытные, а его цели... Хватит уже про Одина и его семейство. Мы всегда говорили, что боги злые. Но это не так.
Тюр был добрым, и Фрея. Кто злой, так это асы. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый Магний нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались. Сын, сюда. Думай головой, мальчик. Если Моди нас нашел, то и Бальдер где-то поблизости. Хорошо, мне есть что ему сказать. Ты не будешь вмешиваться, я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Я сделаю лишь то, что будет нужно. Я помогу. Нет. Нужен другой путь наверх. Тебя учили. А, ты это мне? Я думал, тебе не понравился мой тон. Сломано. Может, Моди разорвал связь с мировым древом, чтобы отправить нас сюда?
Еще одна валькирия. Начнем? Когда я решу. И правда, голова, виновна твоя королева. Да, когда я видел ее в последний раз, она была другой, изменившейся. И дело не только в физическом теле. Она была беспокойна. Я хотел поговорить об этом, но она лишь пришла попрощаться. Я не думал... Мне жаль, Мимир. Мы ее найдем. Вряд ли она этого хочет. Я просто не пойму, зачем ей делать такое? Это ведь просто бред. Ну, если она это сделала. Ее придется остановить. Валькирии надо освободить, и только мы на это способны. Мы? Эй, я слежу, чтобы не ударили в спину. Ты же помнишь, что тут не подняться? Thank you.
Что тут сказано? Сказано, не буди его. Да ладно! Мы убили всех, кого встретили в этих горах. Но следующий... Братья, берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Ну, и как все было?
Похоже, я брошу все дела. Ну хватит вам! Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться. Почти на месте. Наконец-то. По ней вырежи. Ого! Йотунхейм! Вот и он!